срочные новости из нашего гаража. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Не кручу, подожди, что тронет. Не крутится. Ой, поехали. Потихонечку, потихонечку продемонстрируй, что у нас все контролируемо. Ну что, чуть-чуть, дай газку капельку. Ну внеси. Ай, как страшно. Работает. Ну не взорвалось хотя бы. С таким вот приветом из гаража были Винтик и Шпунтик. Make this bed my home. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams. Запись экрана, сейчас, значит, запись был прости. Размотал весь трос, не видно, к сожалению, пилота. Вот, там еще ехал автобус, даю преднатяг. Так, выходит крыло. Все вроде хорошо. Залетел он, думаю, видно. Тут все работает тихо, спокойно. Неудобно мне снимать. Ровно, прям хорошая. Кир, все отлично, уже можно чуть правее. Ага, все, трос в воздухе. Ветер, но действительно у него скорость смотки сейчас буквально вот встала. То есть ветер очень серьезный. Вот он там виляет туда-сюда. А, у него ветер получается в сторону. Не знаю, видно его, нет, сфокусировалось. Поэтому достаточно неравномерно он летит. Вот, кстати, сейчас я обратил внимание на температуру. И вот у нас мотор написано 20 градусов всего и контроллер 24. Но надо помнить, что на улице минус 7, температура мотора не растет, и это притягивает 60 килограмм. Очень надеюсь, что датчик в самом моторе корректен. Я, кстати говоря, взял тепловизор, мы сейчас после затяжки еще снимем тепловизором.
Он уже в космосе. Экран сам не Кира, отцепка, что-то с тросом произошло. Отцепка. А, он вымотался. Ё-моё, тебя сдуло, он вымотался, я тебе не посмотрел. Юха, мотай быстрее, ну, ляжет за провода. Повторяю, у меня трос. Не, на барабане, его сорвало с барабана. Я что-то пропустил момент, что он уже назад летел, не вперед. Да-да-да, меня прям это, я за машинами, я прям вот на перекрестком сейчас. И еще на месте. Ну что сказать, вот такие вот условия у нас тут сегодня. Заболтался. Надо было ему раньше сказать отцеплец. Ну хотя с другой стороны, там отцеплеться-то и не мог, потому что он был над этими деревьями. Ой, ну в общем, сейчас тут будем по снегам ходить. Ну так-то вроде все работает вообще без проблем. А, ну вот температура. У нас начинает падать, температура мотора уже 18, то есть, скорее всего, все подключено нормально. Скорость очень ваши отзывы о ребёнке. Директор, как всегда, на статье. Вот такая ребёнка, тянет мягенько. Всем рекомендую. Лебедки, соединяюсь. 5 метров троса. Сейчас вытяну трос, чтобы он ровно лег. Вот оно показывает, 721 метр у нас до пилота вымотано. Включаю режим подмотка. Сейчас сделаю протяжку. Можно стартовать. Сейчас она ждет движения 2 метра. Вот она стартует, она здесь по движению и сама костягу. Подбавляем. Вот он потихонечку отрывается, потому что вначале тяга слабая. Двинулся, он сам определил, что произошло движение, и сейчас потихоньку его начинал тянуть, и сейчас уже нормально тянет, потому что все видно, все хорошо. То есть моя функция нажать стоп, если что-то не так. Больше ничего делать не надо. Провис, если видно. Что, не будет слышно? Разворачивается.
отпустил, можешь разворачиваться или отстегиваться, если термик. По дороге назад не отстегиваешься, если отстегиваешься, то все равно лезет. Ищи сейчас этот термик, чтобы через него пройти. Если ты через него пройдешь, повернешься. Разворот, трек заканчивается. Ровнее на лебедку, Толик, ровнее. Левую. Ровнее, Толик, иди постоянно. Валя, работает. Нет, не надо, она сматывается автоматически.